Люберецкие единороссы совместно с активистами «Молодой гвардии» организовали экскурсию для детей, мобилизованных военнослужащих. В День авиации и космонавтики ее провели на единственном в России предприятии, производящем индивидуальные системы жизнеобеспечения летчиков и космонавтов. Сотрудники научно-производственного предприятия «Звезда», которое находится в Томилине, часто проводят экскурсии для школьников. На этот раз двери музея открыли для детей из семей мобилизованных люберчан. Я узнал, что именно в этом скафандре 62 года назад летал Юрий Алексеевич Гагарин. Мне тут сильно понравилось. Я еще бы хотел бы побывать здесь. Все экспонаты – подлинные. Катапультные тележки со скафандрами для белки и стрелки, защитные шлемы, надувные трапы, катапультные кресла и системы пожаротушения. Скафандры и высококомпенсирующие костюмы – от самых ранних модификаций до новинок. Изделия разработаны и изготовлены здесь, на «Звезде». Ребятам как раз интересно было бы посмотреть, как это все зарождалось. Известно, что этот завод – один из первых заводов, как раз, который готовил. Вот мы сейчас рассказали про то, что готовили катапультные кресла. Для ребят было бы интересно это услышать, понимать, какая у нас история и какие мы прорывные шаги делали в космонавтике. Тематические экскурсии для детей и подростков будут проводить регулярно. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.